Приднестровью не хватает IT-специалистов. Проблему обсудили в правительстве. Один из вопросов – подготовка таких кадров. Минцифры предлагает увеличить число бюджетных мест IT-направления. Чтобы набраться опыта, будущие айтишники смогут работать с сотрудниками министерства. Идею поддержал премьер. Он отметил, проблему нужно решать силами приднестровских учебных заведений. Ну а в сентябре при ПГУ откроют IT-квантум. Это будет многофункциональный центр, где школьникам расскажут об основах инженерно-технических профессий.